Между Кожвой и Печорой появится автомобильный мост. Договоренность об этом достигнута с частным инвестором. В настоящее время лишь в морозный период на участке появляется твердое покрытие, когда намораживается зимник. Летом работает паром. Из-за нарастающего грузопотока у пользователей много времени уходит на вынужденный простой в очереди. С сооружением этого моста, я думаю, что Печорский район, он просто обретет новое дыхание. Это даст толчок развитию его во всех направлениях. Вот. И с учетом того, что у нас ведутся работы и «Газпрома», это с учетом того, что у нас и нефтяные компании работают, это вообще, скажем так, возрождение всех сфер жизнедеятельности, быта, социальных направлений. По задумке инвесторов, мост через Печору предполагается соорудить из двух частей – наплавной и береговой, включающий дорожное полотно. Его длина достигнет 1200 метров. На сегодня начата процедура подготовки проектно-сметной документации. Точные сроки окончания строительства пока неизвестны.